Формальный подход к освоению бюджетных средств. Многие подрядчики в спешке отчитаться за деньги проводят некачественный ремонт дворовых территорий. Так, в Дербенте работы по программе «Комфортная городская среда» принесли жителям одной из дворов дискомфорт. Подробности в сюжете Патимат Ханаповой. Ребенок упал. Я говорю, это что за качель? Они говорят, мы такие поставили. Что делать? Бракованные качели, небезопасные беседки и песочницы старого образца. И это не полный список претензий к подрядчику. Работы были недавно завершены. Однако, как рассказывают горожане, по окончанию благоустройства их ожидало разочарование. Конструкции плохо смонтированы, шатаются и опасны для детей. Я пожилая женщина, кричу без конца. Вот так, вы пойдете, пожалуйста, не надо, идите туда. Идите туда, это сидите, посмотрите. Это неправильно. Это женщина, не 30 лет живу я. Вот она ладно, ты ее назвал больной. Это тоже больной. Смотри, мы тоже больные. Мы тоже больные. Да все больные. Недоволен качеством благоустройства двора и мэр Дербента Хизри Абакара. Во время проверки объекта градоначальник отказался платить за работу и потребовал от подрядчика устранить все недочеты. Поставь нам заводскую, поставь нам безопасную, поставь нам нормальную беседку, поставь нам нормальную эту, заводскую. Вот это ерунда у тебя. Я тебе говорю, посмотри, посмотри, понаставил. Приходи ко мне на сторону, я тебе покажу. Посмотри, уже. Не, ее ломают. Слушай, мне нужно. Вот видишь, ты говоришь, ты сейчас отуждаешь, посмотри, как сварка сделана. Это безопасность, да? Подошел к тебе, ты решил нам понаставить здесь вещи и доказывать, что ты хороший. Почему подошел? Это оборудование должно быть сертифицировано. Да. Да. Ты пришел сам. Да. Вот я тебе показываю. Да, вот здесь можно ногу оторвать. Это не заводская. Да. Это одно. На нее сертификат есть? Есть сертификат. Махачкале делают. Махачкале делают. Сертификат все законно. Да, я сейчас могу на них суд подать. Все. Махачкале делают. Я на них могу суд подать. Пожалуйста. Да нет, у них сертификата, никто им сертификат не даст, да, на такой же самопал. Это что такое? Сертификат дают на производственные объекты, которые, слушай, на производстве делают, это самопал. Это дом номер 8. Расположена она на улице 345-я Дагестанская стрелковая дивизия. По информации пресс-службы Дербента, на благоустройство этого двора было выделено 1 800 000 рублей. То, что средства потрачены не по назначению, видно и невооруженным взглядом. Вопрос в другом. Успеет ли подрядчик теперь исправить все в срок? Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Дербент. Даже крышки ты не закрыл.